Погода наладилась, а значит, почти каждая девушка сейчас в поиске нового платья на лето. Да, так это вот, правда. Дорогие наши, не тратьте деньги, в доме же есть шторы. К сожалению, поддерживаю. Ловкость рук и занавеска, и вот уже тюль или скатерть превращается в платье. Эти видео очень быстро разлетелись по всем соцсетям, потому что люди в восторге и с удовольствием делятся этим мастер-классом. Ну, вы же видите, реально получается платье, которое можно носить. Носить куда? На выпускной. Ты бы пошла на выпускной? Не, ну если бы у меня совсем не было никакого платья, то да. А если у тебя нет платья, откуда у тебя штора? Ну, шторы есть у всех. Ладно, у нас тоже есть несколько идей, но так как сегодня день рождения джинсов, воплощать их будем не из занавески, а из джинсовых брюк. Вещь, которая точно есть в гардеробе каждого, хотя изначально эти штаны предназначались для фермеров, их шили из конопляной парусины. Именно так, мы будем мастерить рюкзак. Так. Книжку мы потом положим, собственно, в него. Чтобы продемонстрировать, что туда действительно что-то можно укладывать, смотрите, берем джинсы, желательно мужские, так как этот рюкзак получится более вместительным. Связываем штанины. Связываем штанины. Вот таким образом. Просто обычной веревкой, либо это может быть очень красивый. Так, сейчас все проверила. Жгут? Оценили? Ты не уверен, что ли? Я жду, потому что инициатором этой идеи была ты. Мы берем и продеваем эту веревку или шнурок через все петли. Делать это можно очень быстро. У нас время эфирное благо позволяет, поэтому так, мы можем это делать. Значит, смотрите, быстро продеваем через эти все петли. Андрей, ваш выход. Это... Выход куда? Из этой компании или что? Книгу укладывай, пожалуйста. Укладываю книгу. Все, я обычно укладываю в эти штаны. Да. Прошу тебя. Затягиваем легким движением. Ну. Рюкзак. И вот эту ахинею мы надеваем. То есть я как бы обмундированный в тюль сначала. Продемонстрируй, пожалуйста. Давай, все. Раз. Вот теперь мать со мной точно перестанет разговаривать. Ну, и? Два. Кристина, вот знаешь, вот я именно так помню в школу и ходил, ты знаешь? Просто вот мама мне еще делала кривую челку, и вот я ровно вот таким вот горбуном просто и шел. Вот! Ну, смотрите, вообще это хорошая находка, если вы сделаете своему... Если вы сделаете своему ребенку такой рюкзак, вы всегда будете знать, где он. То есть, ну, он как Тесей с нитью шел по лабиринту к Минотавру. Вот то же самое произойдет. Смотрите, инновационная разработка Кристины Смирновой, которая плачет от счастья. Кристин, молодец. Да, пока я плачу, джинсовую тему продолжат наши коллеги. Пожалуйста. Нет, неплохо. У меня, кстати, позвонок щемануло. Так и должно быть, наверное. Я знаю, как оказать первую помощь.